Жители Таежного, это советский район, отметят новоселье. 42 семьи из аварийного жилфонда переедут в современные квартиры. Фактически, капитальный дом по улице Коммунистической ввели в эксплуатацию еще в декабре 2021-го. После технических проверок и согласований уже в этом году для новоселов организовали торжественную приемку квартир. К слову, во всех сделан ремонт. Горячую воду круглый год обеспечит водонагреватель. Кроме того, в качестве подарка все жильцы получат электрические плиты. Было свое хозяйство, свой двор, где надо лопатить, перелопачивать. То сарай сгнил, то баня сгнила. А тут все как в сказке.